Дорогой барон, я даже не знаю, что сказать. Мой муж, он был почти как живой, я касалась его. Вы и ваш коллега, вы делаете невероятные вещи. Это все наука. Она сотрет грань между мирами так же, как стирает расстояние. Это я вам обещаю. Теперь смерть больше не значит расставание. Трогай. Барон, спасибо вам. Вот вам за сегодняшний сеанс. Я не могу. Сегодня был последний раз. Ну хорошо, я готов добавить. Сколько? Нет, не надо денег. Послушайте, мне кажется, вы не до конца понимаете масштаб происходящего. Мы ведь с вами затеяли все это вовсе не для того, чтобы несчастные вдовушки могли побеседовать со своими покойными мужьями. Мы открыли проход в мир мертвых. Это важнее, чем открытие Америки. Это был не он. Что? Это всегда были не они. Это бесы, демоны. Господи, что мы с вами наделали? Вы их дверь открыли. Господи, Пресвятой, спасибо. Прекратите! Прекратите немедленно эти глупости. Вы не понимаете. Не понимаете. Все еще здесь. Здесь. Он